Создать мир легче, чем его понять. Так выразился в свое время французский писатель Анатоль Франс. Речь шла о художниках. На самом ли деле создать мир художнику легче, чем нам, зрителям, понять этот мир? Вот об этом мы сегодня и поговорим. Добрый вечер, меня зовут Сергей Красновород. Разговаривать мы будем, естественно, с художником. У нас в гостях Виталий Федорович Денисенко. Добрый вечер, Виталий Федорович. Добрый вечер. Да. Музыкальное сопровождение Ростислав Бондарев. Так что, Виталий Федорович, как вы относитесь к этой фразе? На самом деле художнику проще, легче создать мир, чем нам, зрителям, понять? Пожалуй, соглашусь с этим тоже, потому что художник каждый день находит что-то новое, новые нюансы, и это его работа, и это происходит годами. А зритель просто наблюдает за этим, и требовать от него, чтобы он улавливал все эти нюансы, это невозможно просто. Значит, остается просто зрителю иметь впечатление какое-то от этого. А, вот как. Хотя Илья Эренбург когда-то написал, говорит, почему люблю Париж? Там, говорит, даже продавщица в магазине разбирается в живописи. Ну, наверное, и там уже изменилось это. Мы не в Париже, но все-таки у каждого художника свой мир получается, да? Я думаю, да. У вас свой мир? У каждого, все разные люди, у каждого свой мир. Но, с другой стороны, мы должны понимать, то есть, или художник живет в своем этом мире, созданном, надо ли понимать? Есть необходимость? Я тут вот затрудняюсь вот сказать очень конкретно. Дело в том, что мне иногда даже кажется, что какие-то происходят вещи, например, зритель что-то увидел, он даже не осознал это, но оно уже работает. Человек иногда не всегда... Просто за счет того, что прикоснулся хотя бы? Да, да, именно так. То же самое, по-моему, даже происходит и с литературой. Вот человек там все вроде бы он понял, все, но как построены фразы, как излагается это все. И это вряд ли можно объяснять словами, а это остается. Ну, для вас, как для художника, есть потребность того, чтобы понимали то, что вы хотите сказать, то, что вы работами своими. У меня... Провокационный вопрос? Да, у меня немножко другое мнение на этот счет. Что значит понимать? Понимать что-то конкретное, там, содержание, там, что... Почему-то у музыкантов вот не спрашивают, что вот он хотел этим сказать, там, этой музыкой. Вот как. Да. Дело в том, что... Живопись – это та же музыка, в принципе, только немножко другой материал, а так даже терминология одинаковая, в принципе, вот с музыкантами. Композиция, да, палитра. Семь нот, семь цветов, тут очень много всяких перекличек. Ритм, гармония, тон – все есть, это только это как бы застывшая музыка, я бы так сказал. Mm-hmm. То есть, как такового понимания... Это, я думаю, искусство – это скорее чувственная такая сфера. Ну, а как же, не знаю, прикладная живопись или там, я не знаю, плакаты? То есть, там, где конкретная мысль, конкретная форма выражена, или это вы так? Я имел в виду чисто живопись, вот как творческая такая вещь. А прикладные у них свои другие задачи просто. Не думаю, что... Более функциональная, да, наверное, да, задача, да? Да. Я бы тоже так вот согласился с этим. Вы, не знаю, если у каждого художника свой мир, какие-то миры на вас, художников, повлияли? Вы в процессе Они влияют постоянно.
начиная, скажем, с 16 лет, когда впервые попалась книга импрессионистов, это был такой момент, открытие какое-то. Прошло время, появились уже сюрреалисты, там другие художники, там тоже было интересно. Это, ну, а теперь, например, уже сюрреализм как вот явление мне когда-то нравился, а теперь он, я равнодушен к нему совершенно. Все меняется. То есть главное не стоять на месте? Конечно. А у вас вот как на протяжении, ну не знаю, творческой биографии, 16 лет, вы сказали, писать, наверное, раньше начали или нет? Нет, не раньше, нет. Где-то вот 16 лет первые попытки что-то делать в этой области. А как, ну можно проследить вот эти вот этапы какие-то именно в вашем творчестве, можно проследить? После уже окончания училища художественного, там уже началась более такая творческая работа. И сначала я занимался, как и все, в общем-то, так наши выпускники, реалистическим искусством. И даже немножко даже пробовал себя в таком гиперреализме. Это когда все очень качественно выписывалось, форма тщательно делалась, любая. Ну, со временем все изменилось, захотелось какой-то свободы более. Тут конкретно связан с тем, что изображаешь. А в искусстве в таком абстрактном, скажем, тут ты свободен абсолютно. Ты можешь выбирать любые цвета, любые формы. Кандинский, как пишут, иногда начинал свои работы, закрыв глаза, макал кисти в палитру, потом на холст. Какие цвета попадали, и он потом весь холст уже делал к этому. То есть больше интуитивно? Да, да. То есть получается, это вы говорите, ну, про настоящий момент в своем творчестве или нет? Или вы так экспериментировали? Нет, это и сейчас так. Дело в том, что... Да это трудно даже объяснить. Что-то, как говорится, носится в воздухе. Вот почему у некоторых художников, там и западные, это и перекликаются с другими. Потому что каждый... За 1000 километров человек почувствовал то же самое где-то, что вот это вот интересно, вот такой момент. А иногда бывают вообще недоразумения такого плана, что ты что-то вот нашел, думаешь, ой, это интересно, это надо сделать. Потом случайно попадается информация, что это сделано 20-30 лет назад где-то. Но, значит ли это, что по одному пути, по одному, ну, один способ чувствования, что ли? Ну да, что-то вот в искусстве, ну, меняется со временем, что-то возникает, и художник это чувствует. Мало того, когда художник вот делает на холсте что-то, уже красит, это невозможно сделать, вот ты задумал, и от начала до конца ты это исполнил. Дело в том, что когда ты уже нанес краски, все, уже холст ведет художника. Ты видишь, что вот это вот чужое. Надо именно другое. Для этого пространства. Надо, да? Другое, да. И как бы подсказывает окружающие краски, уже подсказывают, как дальше двигаться. И форма тоже. Но это на уровне интуиции? Только на уровне интуиции. Это... Так в этом, по-моему, и прелесть искусства. Это потому что, знаете, когда встречаешь художника, который у меня вот идеи, такие умозаключения, я вот пришел, я вот взял это все, изобразил. Не могу сказать, что это, скажем, иногда бывает и не совсем умные умозаключения, и не совсем это, ну, нужно кому-то. Да. Зачем навязывать, как говорится, какой-то взгляд? И вообще это уже литература, это начинается рассказ о чем-то там. А живопись – это совершенно другая, так сказать.
Тогда логично вытекает вопрос, а зачем? Живопись это что? Чистое украшательство или это... Нет, конечно, не украшательство. Ну, потому что если идеи нет, если, ну, как вы говорите... Идея есть всегда, и содержание даже в абстрактных работах, оно есть. Это просто, опять же, вернусь к этой аналогии, как в музыке, вот ноты пошли тревожные, там какие-то там... Это форма тоже очень важно влияет на это, и цвет. Вот и получается, просто его нельзя рассказать, все это нельзя рассказать словами. Это можно почувствовать. Это то, что мы пытаемся сейчас сделать, да? Ну, это и... Но с другой стороны, смысл искусства в этом. С другой стороны, а как неподготовленному человеку можно понять вот такого рода живопись? Не фигуративную, такую интуитивную? Я думаю, есть всегда люди, которые они интересуются, и которым это близко по духу. Другие люди не переносят просто это. Вот любят реалистическое искусство. Но я не хочу сказать, что это хуже или реалистическое искусство. Прекрасно тоже. Кто на вкус и что, да, хочет найти, тот и найдет в искусстве современном. В современном. Да, в современном искусстве есть и реалистические художники, есть и абстракционисты, да и бог знает сколько течений. Все это присутствует. Ну вы, не знаю, вот глядя на работы, которые вот мы тут в процессе передачи смотрим, ну, может создаться впечатление, что, ну, как это, я тоже так могу, взять краску как-то... Ну, пусть попробуют. А, да? Знаете, у меня был случай забавный такой. Один художник, ну, уже был такой очень крепкий реалист такой. Все. И он тоже так как-то сказал, говорит, да что это вот взяли, размазали тут это. Да я сейчас это запросто. А потом пришел и говорит, ты знаешь, говорит, взял холст, думаю, сейчас я выдам. Что тут делать? Но он, как художник, он чувствует тоже, что садится на холст, а что нет. И говорит, как я не бился, у меня ничего не получилось, говорит. И говорит, я понял, что это не так просто все. Ну, даже сделать не так просто. Да, Все-таки восприятие какое-то, ну, для человека, ну, не знаю, для нас, зрителей. Вот тут, вспоминая Анатолия Франца, то, что он понять. То есть воспитывается это чувство или это рожденное уже, врожденное у человека? Тут, для того, чтобы, ну, вот, как-то понимать художника именно так. Тут, наверное, и так бывает. Но дело в том, что, безусловно, человек, который с детства, так сказать, занимается с ним, он, ну, воспитывается на искусстве, он начинает понимать, что такое колорит, что такое форма красивая. И это, конечно, поможет сильно ему понимать это. Ну, не понимать, а ощущать. Вот я бы так. А все-таки на вас кто-то конкретно повлиял? Вы сказали, упомянули Кандинского. Нет, это... Сюрреалисты, нет? Или... Вы знаете, конкретно нет. Масса прекрасных художников, масса. И у всех что-то интересное. Всегда на этом учишься вот так вот как-то. Учишься непосредственно, ну, не знаю, выставки у нас в Гомеле, вы про гомельские выставки говорите или вообще? Нет, не только. Я ездил во время еще учебы много, и в Москву там проходили великолепные выставки, ну, и в Питер, ну, где удавалось посмотреть что-то, это всегда давало какой-то толчок такой, взбадривало. Вот. Бывало такое, что вот так вот, я тоже так хочу? Ну, конечно, конечно. И не,
И часто так не получается. Так не получается. Хотите, как говорится, не вредно. Да. А у вас вот, ну, авторских выставок много было? У меня была выставка персональная в Москве в галерее «Марс». Угу. Вот это довольно известная такая галерея в Москве. Причем я просто сначала возил туда работы. Это период уже перестройки. Работы как таковой нигде не было уже. Так творчество тоже как бы продавалось где-то. Вот. Ну, в Москве лучше, естественно. Ну, и народу больше, и да, я и цены, туда. Цены другие. А потом галерея сама предложила сделать персональную выставку. А вот я как. Сделал. Затем сделал выставку. В Германии была выставка. Mm-hmm. Была в Дании выставка. Вот, да, а, была в Гомеле выставка персональная. Ну, даст Бог, сделаю еще вот через годик, думаю. То есть это для того, чтобы выставка созрела, нужно... Ну, время, нужно время, да. Работ нужно определенное количество. Тем более, что, ну, работы многие там уходят куда-то уже. Да и, а многие ты уже не хочешь выставлять, меняешься. Художник, по-моему, меняется постоянно. Как жизнь меняется, и художник обязательно меняется. Поэтому и мировоззрение другое, и отношение к искусству другое. Поэтому даже персональные выставки интересны тем, что не то, что ты там показываешь еще всем это, даже... Для самого себя, чтобы увидеть себя как бы со стороны немножко. Mm-hmm. Это тоже важно. Это необходимость, да? То есть нельзя художнику писать в стол? Нельзя в выставке? Это необходимо? Нет, конечно, можно... конечно. Но если где-то, вот, скажем, такая бурная творческая жизнь в каком-то, ну, скажем, городе или что, конечно, это подстегивает, это интересно, это ты видишь, что делают коллеги, это конечно, влияет все. Творческая конкуренция? Не то, что конкуренция даже. Хотя, как сказать, вот основной критерий – это ты сам. Потому что самое трудное – это найти согласие с собой. Вот это самое трудное. Наверное, не только для художника, а для любого человека. Это... Вполне возможно. Вполне возможно. Художник по-другому это может выразить, и может быть, и найдя... Нет, есть счастливые люди, что им... Что не сделают, им все нравится. Ну, во-первых, таких мало. А во-вторых, это не всегда нравится и другим тогда. Тоже ж такое дело. А вот этот критерий, нравится, не нравится. То есть вы, ну, приступая к работе, изначально ориентируетесь на этот критерий? Кому-то будет нравиться, кому-то не нравится? Нет. Я нет. Лично я нет. Потому что я же говорю, согласие с собой – это главный критерий для меня. Если я чувствую, что тут что-то не так, меня это не устраивает. А критерии могут быть же совершенно, особенно если ты ради того, чтобы продать работу. Ну да, совершенно, например. Это совершенно другие дела уже. Это часто идти на потребу, так сказать, покупательной способности – это ущерб большой тогда творчеству. Почему? Неужели нельзя совмещать одно с другим? Не знаю, может быть и можно, но у меня так не получается. Не получается? Ну, потому что я не знаю, кто там. Ну, я могу пример привести. Например, уже настолько раскрученный художник, как, скажем, Никос Сафронов. Да, 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 да. Вот. Он, конечно, когда увидел его работы, выставку, он прекрасный рисовальщик, мастер хороший, все. Но когда посмотрел живопись, она мне напомнила огоньки старой репродукции в «Огоньках». Вот когда-то еще в 50-е годы такой журнал ходил. Да-да. И самое интересное, что это не только у меня. Большинство художников недоумение.
что говорят, как так? Человек успешный. Mm-hmm. И видно, что и умный он, и интересный человек. Но искусство его вот художникам, как правило, не нравится. А всем одно нравится. Вот тут, так сказать, трудно. То есть, может быть, все дело именно в этой раскрученности? Может быть... Может быть, и так, это... но... Или более... Я знаю массу великолепных художников и в Москве, и в Минске, но которые, как говорится, с трудом могут что-то где-то, ну, коммерческий такой успех обрести. Ну, я думаю, тут еще дело случая, судьба, как у кого получается. От чего это зависит? Я не представляю. Нет, ну есть примеры, что, скажем, Пикассо был такой востребованный при жизни, ну, да, художник, да, великолепный, да. Там, ну, все нормально. А, скажем, Ван Гог продал за свою жизнь один холст только, mm-hmm. и то, наверное, за копейки. Сейчас под 100 миллионов там, долларов стоит каждая работа. Там. Вот как это объяснить тоже, да. Просчитать это нельзя, потому что так хочется вообще просчитать. Я не такой умный, я не могу. И никогда не пробовали? Нет. Это, по-моему, невозможно даже. Нет, можно просчитать, что вот это я сделаю, отнесу куда-то, это купят там. Ну, такое еще может быть возможно, но это неинтересно. Это не то совсем. Вот удачно, когда человек делает то, что хочет, и у него покупают. И ну, это, наверное, это прекрасно. Именно когда в согласии с собой. Когда в согласии с собой. И с другими. Да, и с другими, и с обществом в согласии, да. Ну, не знаю. То есть... Вы на протяжении были только художником, никаких других специальностей, так сказать? Нет, в 16 лет я был фрезеровщиком, ага. на заводе «Электротяжмаш» в Харькове. Вот как. Ну, это продлилось год где-то. После этого я уже начал потихоньку заниматься уже. Потом еще год, по-моему, проработал в облдрамтеатре художником-рекламистом. Я после этого пошел учиться уже. Так вот. И профессиональный художник. Ну, вроде так. Ну, с другой стороны, не знаю, если взять, например, еще вот время Советского Союза, да. Да, когда у художников был совершенно другой статус, скажем так. Конечно, конечно. Были заказы какие-то по разнарядке, что называется. Не успевали делать. Да, но заказов было много. Материально художники себя вполне чувствовали хорошо. А как вот в такой ситуации, в той ситуации, если возможно так говорить, можно совмещать вот искусство и такой конкретный заказ, я не знаю, там от предприятия, от города? Нет, но тут немножко другое. Искусство изобразительное, вот такое домашнее, так сказать, живопись, это одно. А по заказам делали витражи, мозаики, росписи, дома культуры, там, ну, такого типа работа. То есть больше ремесло. Можно назвать это ремеслом или нет? Ну, конечно, можно. Но в то же время, ну, тоже были... Ведь один человек это делает на уровне ремесла, а другой на уровне искусства. Потому что, скажем, народный художник Кищенко был в Минске. Он тоже вот делал эти мозаики, все, но они уже выходили за рамки ремесла. Это прекрасные работы были. А сколько таких были и испанские, и Ривера, там, и Сикейрос, там, Сикейрос, эти, да. у Бразилии, там, ну, работаешь.
вроде тоже такого же типа, но то вроде, уже большое искусство. Вроде прикладное, да, прикладное такое, опять-таки, по... Ну нет, я бы не сказал, что прикладное. Прикладное – это, знаете, скорее кувшинчики там, ну что-то такое, что в обиходе пользуются люди. А огромные стены, не знаю, сделанные... Да, мозаики Сикейроса, например. Ну... Это уже явление в искусстве, да, это не так просто. А сейчас остались здесь какие-то работы из, ну, я не знаю, в Гомеле? Вы в Гомеле были художником? Да, да, да. Остались какие-то работы ваши непосредственно, чтобы пойти посмотреть на улицу? Или дом культуры расписанный, или мозаика, или те же витражи? Ну, во-первых, делали из графита, и все это, и много делалось на районе. Но что-то и тут делалось. Когда-то я сделал мозаика в молодежном кафе было. Вот напротив милиции, которую знаете, да? А, ну да, да. Вот, было мозаик, там 80 квадратных метров выложено и мозаикой в 1 сантиметр. Ой-ой-ой. Ну, это такой титанический, да. Кропотливый. Ну, у меня помощники были, да, мы выкладывали это все. Ну, когда началась перестройка, там уже бойлинг появился, это, конечно, оно уже там никому не надо было. Ее просто закрыли, это все. А может, избили, я даже не знаю. Заштукатурили. Это я не скажу. Может, она за этим там и существует, да. Потом делал витражи где-то в разных, и в Биишти, и все. А, еще последняя работа, есть такая вот гостиница, я даже не знаю, как она называется, по Головацкого там в конце, такая, как говорили, для VIP-персон. А, ну, и там в бассейне тоже мозаика сделана. Ну, вот. Ну, совершенно, совершенно другая, не знаю, форма, специфика, материал совершенно другой. Мозаика. Ну да, да, это совершенно отдельное такое монументальное искусство, своеобразное, да. Там и материал другой, и даже мышление другое. Там, mm-hmm. Потому что там вступают в силу какие-то архитектурные дела. Если не попадешь в масштаб вот так, чтобы соответствовало, то сделай работу хоть из золота, она не будет смотреться там. А сделай плохо, неряшливо, но если ты попал в масштаб, она будет сидеть обязательно. Масштаб вы имеете в виду? Масштаб этого помещения или пространства, улицы. Там, это одна из главнейших задач вот, в монументальном искусстве. Чтобы вот она села в масштабах. Ну, здесь тоже, наверное, не обойтись без внутреннего, интуитивного, потому что просчитывать-то можно. Нет, все, но обязательно. Но хотя сейчас, мне кажется, все упростилось. Я видел, как работают архитекторы. У них есть какие-то программы уже компьютерные, mm-hmm. что он как бы себя ставит на улицу и смотрит, как оно... как бы как оно в реальной жизни будет, он уже может, это большое облегчение, чем просто представлять в голове. Вот, да, да. Еще же объяснить кому-то надо будет, ну, заказчику там уже, если про... Ну да, да. А так, да, современные технологии, с одной стороны, наверное, проще, а с другой стороны, может быть, что-то и теряется в этом, нет? Я вот предлагаю сделать небольшую паузу, а потом мы как раз вот об этом и поговорим. Уважаемые телезрители, напомню, что сегодня вечером мы разговариваем с художником Виталием Денисенко, разговариваем о мире художника, который, как оказывается, легче создать, чем понять. После небольшой паузы мы вернемся в эфир. Продолжаем нашу вечернюю встречу в студии в Гомеле на канале «Беларусь-4». Мы общаемся сегодня с художником Виталием Денисенко. Перед перерывом остановились на том, что вот современные технологии, с одной стороны, они помогают, да, художнику, а с другой стороны, что-то, может быть, теряется, как вы считаете, нет? Помогают быстрее
Вот даже представить виртуально, как вы только что говорили, можно представить заказчику, если хотите. Нет, безусловно, это большой шаг. Вот в работе особенно, ну, я не говорю, там, дизайнеры там, или монументальные работы, это уже очень интересно пользоваться современными технологиями. Но лично мне, как вот, когда это делается камерное искусство, там, ну, как вот графика какая-то, или там даже цветные там рисунки, но компьютерные вот эти пробы, они какие-то не убеждают. Вас не убеждают? Не убеждают. Я видел, как люди работают и на Западе. Но вот нельзя сравнить, когда это сделано человеческой рукой. Когда рукой человека, эта работа, она теплая, она какая-то живая. А там чувствуется, что за этим механизм все-таки стоит. Как-то вот. Так. Наверное, вот такого плана интуитивистские работы, наверное, вот если так я выражусь, как на холсте, с помощью компьютерных технологий, наверное, сложно создать вот такого плана. Ну, я не могу ручаться за всех, как говорится. Вы не пробовали вообще? Я не пробовал. Не писать пробовал. Именно с эти графические планшеты там сейчас для... Нет. То есть это не, даже не пробовали? И даже не хочу. Именно потому, что механика, Ну, мне просто показалось это таким неинтересным, просто лишенным тепла какого-то вот. Угу. Может, кто-то и может делать что-то и здорово, но я не видел. Ну, с другой стороны, мир весь сейчас кругом, так вот, даже у нас, вот видите, заставки крутятся, их же тоже надо рисовать, их же тоже кто-то делает. Это тоже художники, которые совершенно другая специфика, наверное. Ну да. Конечно. А вот если говорить о тенденциях в искусстве, ну, вы давно уже занимаетесь. Можно определить какие-то? Вы сами для себя следите вот за художественной жизнью мировой, республиканской, гомельской, например? Ну, если так можно говорить. Какие-то тенденции вы улавливаете? Я не сильно за этим слежу, но то, что мне вот так удается что-то увидеть, то происходит довольно, ну, странная вещь. Живопись, она вообще самодостаточная такая вещь. Вполне можно в этом. А сейчас как-то очень уже сильно стало вот эти все варианты перформансов разных на выставках, инсталляции там. И теряется само понятие живописи. Я не говорю, что это плохо. Там, может, это и интересно. Но как-то это заметно стало преобладать. На Западе, я имею в виду. У нас это еще не так сильно заметно. Хотя тоже уже стали появляться такие вещи. Но пока, особенно в Гомеле, так это редкость. А в больших городах, да. Теряется чистота стиля, именно живописи. Я не думаю, что теряется чистота. Просто как-то, мне кажется, рановато отказываться от живописи как таковой. Да и вряд ли она уйдет. Ну, так вот, как говорится, не будет похоронена. Хотя основной упор сейчас вот идет на такие вот. Может быть, проще как-то, ну, не знаю, сместить акценты с самого холста, ну, с пространства холста, сместить акценты для того, чтобы, ну, где-то завуалировать, где-то, то есть, может быть, это усиливает восприятие, а может быть, и наоборот, замутняет? Вполне может быть. Я не настолько... Ну, много занимался этим и видел это, поэтому я затрудняюсь так уже ответить, но время все решит.
покажет. Да. Да. Время решит, но с другой стороны, ну, не знаю, как Ника Сафронов. Хочется же здесь и сейчас быть востребованным, воспринятым. И точно так же, как, ну, не знаю, если художник создает мир, как мы начали с Анатолия Франца, чтобы понимали его. Или нет? Ну, не знаю, как. Тогда... Однажды в разговоре с одним батюшкой он мне так сказал: а кто сказал, что ты должен быть счастливым? Ну, так вот. Не всем такое счастье, чтобы быть и востребованным, и богатым, как говорится. Ну, у кого-то это получается, у кого-то нет. Это уже вопрос второй. Не самый главный. Главное делать, да, главное показывать, да, главное... Да, да, да. А что такое успех для художника? Что такое успех для художника тогда, в таком случае? Если так, ну, самодостаточно, я сам себе дома... Ну да, да, тут пишу, есть, что-то... есть такой момент, да, что с одной стороны, конечно, хотелось бы, чтобы был такой успех, что... А критерии, знаете, одна дама мне сказала когда-то забавную фразу: хороший художник тот, у кого покупают. А если нет, значит, плохой. Ну вот, ну, да, вот это, да, так люди конкретно думают. Но это не всегда так. Не всегда. Причем история очень часто подсказывает, что даже может быть и наоборот. Да, даже может быть и наоборот. Да. Ну, с другой стороны, все-таки выставляться же нужно как-то. Ну, вот конечно, конечно, не, да. Не только. Конечно. Все-таки, ну, каждый, наверное, художник хочет, чтобы, ну, знали, что он есть хотя бы. Потому что имя самое главное, нет? Ну, не то, что... Ну, я говорю, чтобы, что вот есть такой художник просто. Ну, а там уже коллеги, там все обсудят, там, какой он, как говорится. Если художник не продается, но профессионалы ценят, знают. Конечно. Может быть, мир художников замыкается так сам в себе, сам на себя? Ну, есть немножко, есть такое, да. Потому что... Особенно в последнее время замечаю, что открывается выставка, например, приходят в основном художники, сами посмотрели друг друга, оценили, а открытие прошло, потом зал, в принципе, так довольно пустой стоит. Ну, есть любители, конечно, есть, ходят, но их не так много. Вы имеете в виду? Ну, не художники. Гомельские галереи? Да, гомельский, да. А почему? Почему? Ну, я не знаю, почему. Я думаю, скорее всего, что основное население сейчас столько информации всякой. И компьютерные технологии. И они, наверное, теряют интерес к этому. Как говорится, в сетях там больше всего можно найти, там, ну, более там все, близкое. Все мелькает. Да, все. Да, да, да. Это всегда так было? То, что в художественных залах не так много людей? Да нет. Ну, если брать вот гомельскую публику художественную, ну, хотя вроде бы филиал художественного училища, ну, вот как здесь ни, сколько художественных школ. Как ни странно, вот во времена еще Советского Союза ходили люди, скажем, и даже приобретали что-то, учителя из школ, там, может, сейчас это... дорогое удовольствие, поэтому, может, и поэтому не покупает так в том объеме, как раньше. Ну, думаю, что
все это зависит еще, как уже заметили философы, историки. Говорит, заметна вот такая вещь, что если искусство начинает хереть, то хереет и государство, к примеру. Вот это исторически уже замечено. Наверное, это какие-то организмы так, имеют свои законы, как говорится. Искусство не само по себе, оно нужно, оказывается, играет какую-то роль. Вы считаете, что сейчас художественное искусство так немножко застоем? Нет, я так не думаю. Все равно на массах хороших художников работают, все. Просто искусству тяжело сейчас. Ну, в силу вот таких вот причин, потому что если раньше какие-то заказы были у художников, все, сейчас этого, конечно, нету, и успешные все не могут быть, и просто, ну, приходится с этим мириться как-то. Ну, вы успешный художник? Я бы не сказал. Нет. Так уже, чтобы, ну, во всяком случае, и прибедняться не хочу. Нормально. Я так не хватаю смелых звезд. Вот. А в то же время где-то у меня востребовано. Вот в Дании я нормально был востребован. Вот. Иногда коллекционеры какие-то обращаются. Обращаются, да. А галереи, коллекционеры, то есть, ну вот, например, вы вкусы учитываете коллекционеров, ну вот есть работа, да, они обращаются или вы вот. Нет, они сами, сами. Они сами. Раз он обращается, значит, у него, ему что-то показалось нужным для его коллекции. Поэтому, значит, он такой. Есть люди, да, коллекционеры, которые тоже, они другой, совершенно другого плана работы собирают. Ему твои не подходят категорически. Это в зависимости от коллекционера, что, на что он направлен. Как-то удивительно. Они есть, ну, иногда покупается что-то, вот. Несколько лет назад вот Гомельский музей парковый купил работу. Ну, вот, есть такие моменты, что, ну, вы сами понимаете, что, наверное, поддерживать в большей мере сейчас трудно. Художники предоставлены самим себе? В принципе, да. Да. Как хочешь, так и выкручивайся. Ну да. Особенно да. Если, может быть, ну, не знаю, старой школы, можно так сказать, те, кто еще, ну вот, ваше поколение, например, те, кто постарше, еще помнят, когда были эти заказы, когда была поддержка государства. Там была колоссальная поддержка. Но тоже были свои нюансы. За искусство формальное за какое-то там, тогда могли и в тюрьму посадить, в принципе. А заказы там все, ну, как один скульптор у нас говорил, я верный ленинец. Он делал Ленина все время. Ну вот, заказ-то был на определенные темы. А вы тогда тоже писали вот такие, такого плана полотна, как нет. Сейчас вот мы видим, нет? Как сейчас видим, формальные в смысле? Да, да, да. Нет, да. Как раз получилось так, что я тогда был период, я как говорил, тогда вот реализмом таким занимался. Натюрморты делал какие-то, как бы сказать. Ну, композиции какие-то, но неформального плана. Они скорее так тяготели к такому гиперреализму, все тщательно так. Мне это нравилось. Но я не делал тематических работ там.
тоже не хотел делать, когда там с поднятой рукой там вперед к победе. Ну да. Вот. А как вдруг? Как, когда наступил этот момент, когда реализма решили перейти к... А как-то вот я всегда тягу какую-то ощущал. Ну, меня это интересовало всегда, все. А когда начались, вот, как ни странно, вот эти перестроечные все дела, я как-то ушел вот в это уже. Причем тоже не так, чтобы... Сразу все. Сначала я перешел в такие, делал какие-то работы формальные с фактурами там. А со временем время менялось, и я менялся. И я стал делать уже другого плана живопись, потому что я понял, что вот эти работы меня связывают, фактурные там эти, потому что там какие-то есть условия, что я не могу тоже все делать, а только вот в каком-то аспекте там вот. Хотелось все-таки, чтобы такая свобода была. Ну и поэтому вот сейчас меняюсь. Да. Каждый день что-то приносит новое. Ну, и человек обязательно впитывает же это. И оно рано или поздно заставит тебя как-то самовыражаться и меняться. Чисто технический вопрос. Сколько вот уходит времени на одну работу такого плана? Это невозможно сказать, потому что бывает, что работа быстро идет. Зацепишься за что-то, и в течение нескольких дней она может быть готова там. А бывает, переделываешь по 10 раз, там, и там проходит месяц и больше. Ну, по-разному. Тут то есть нельзя. Достал, посмотрел, еще да, не готово. Да, или да, я не готов. Ну, или... ну да, да. Что-то вот не ладится, что-то. Поставишь стенки, забудешь про нее, через несколько месяцев, например, отвернешь там и видишь, что вот надо было так, вот так и так. И тогда доделывал быстро, доделал и все. А раньше этого не видишь просто. Получается, почему-то. У вас одновременно в работе находится несколько произведений. Ну, я так, да, делаю. Каждый день пишете? Ну, в принципе, да. Ну, не всегда получается так. Но стараюсь, чтобы так было. То есть без целенаправленного, каждодневного труда не получится? Нет таких озарений? Вот сегодня я готов... Нет, иногда даже, как сказать, не то, что пишешь там. Иногда придешь, и, например, у тебя сомнения пошли какие-то, все. Ты просто начинаешь там эскизы там какие-то, там почеркушки делать, что-то проверять, как там массы, объемы там. На это уходит какое-то время. Так что... Вы себя вводите в это состояние? Кстати, есть вот, опять же, это у всех по-разному. Есть люди, которые могут наскоком встать, вот, по настрою сделать быстро и здорово сделать. У меня так как-то не получается. Я должен, да, войти в это, в работу, все. И если какие-то сбои вдруг отвлекают, там, то получается, что... Ты уже, скажем, если ты полдня занимался чем-то посторонним, то уже трудно в этот день... Состояние поймать. Да, да, да. Как бы так. Но бывает так, что работа начинается в одном состоянии? Ну да. А да. Потом другая, и работа трансформируется, бывает, меняется также в процессе. Бывает и такое, да, совершенно верно. От чего зависит? Ну, я не могу это сказать. От чего? Иногда от случая совершенно. Вот ты где-то там краски мазал, там они не до конца там остались, там какие-то куски, и ты вдруг увидел, что вот эти сочетания вот. Это то, что надо. И тогда всю работу начинаешь к этому уже вести. Потому что, ну вот, как вот придумать формальную работу? И вот почему она должна быть тут красная, или, а не синей? Там? Ну да. Ну да, так вот.
Это трудно. Причем оттенки красные. Оттенки это очень синие. Трудно, да, вот так вот. Ну, тут опять все на чувстве. Делаешь так, смотришь, ну нет, не получается. Ерунда получается. А как вы ощущаете, что работа закончена? Потому что, ну, это достаточно, ну, формальная живопись такая, не фигуративная, цветовые пятна. Как вы ощущаете, что все, надо прекратить, это, не надо это, уже это больше? Это настолько условная вещь. Да? То есть да, можно и дальше продолжать? Мало того, как когда-то у меня был там, ну, один товарищ сказал, я сделал подмалевок холста, это mm-hmm. еще так краску, чтобы дальше работать. Он посмотрел и говорит, ну, здорово получилось, мол. А я думаю, да нет, ну это ж только это. Mm-hmm. Я начал заканчивать работу. Mm-hmm. Когда я закончил, этот же товарищ пришел, говорит, а было-то лучше, говорит. И я посмотрел, действительно, он в чем-то прав. Была живость такая, какая-то все. И, может, не надо было заканчивать работу. Тут трудно. Ну, это зависит, наверное, еще от темперамента художника. Он, как, помните, был такой российский художник, Зверев такой. Да, был. Да, да, да. У него была манера работать, в принципе, вот сесть и за час, за два сделать mm-hmm. и все. Ну, причем-то я где-то читал, зубными щетками рисовал. Да, наверное, да. По-моему, это во время фестиваля молодежи и студентов, да, там... Я не в курсе. Ну, это я читал, это про Зверева, извините, в другую сторону, когда он посмотрел, там тоже авангардисты, показали авангардистов, которые мгновенно эти самые рисовали в первый день во время фестиваля. Он на следующий день пришел, раскатал обои, взял ведро краски, швабру и тут же нарисовал чей-то портрет там на этих обоях. То есть, ну, вот такого уровня. Ну, тоже интуитивно это больше у него работает. Конечно, да, вот... Это такой художник. Другой должен это все очень скрупулезно выучить, что он хочет, как mm-hmm. будет работать, доводить. Это совершенно вот характер другой, да? И по-другому мир видит человек. Вы считаете себя гомерским художником? Можно ли вообще как-то вот территориальную привязку к такому вот формальному искусству? Нет, я думаю, что это вряд ли, наверное. Это вряд ли. Потому что вот именно формальное искусство, оно, как говорится, что... Ну, наверное, есть какие-то нюансы, но это не так важно уже. Но оно... И в Нью-Йорке, и в Москве, и трудно будет различить, где сделана та работа, а где та. Ну да, если пейзажи пустыни Сахары, белорусские болота, это разное. Ты тут же сразу видишь. Ну а да, здесь... да, да. Хотя, наверное, какие-то все-таки отражаются какие-то вещи. Вот взгляд там на цвет, на вот, где человек жил, я думаю, африканец будет сильно отличаться mm-hmm. от гомельчанина, к примеру. Конечно, что-то накладывает отпечаток. С другой стороны, такую живопись можно и выставлять где угодно. Ну да. И писать где угодно. Не надо, я не знаю, на пленэры ходить. Ну, да, да. Сейчас молодежь посредством информации вот в сетях, в Минске, я знаю, участвуют многие уже в выставках зарубежных, в разных, которые такие известные, там, скажем, концептуалисты там, или еще где какие. И они принимают участие в них уже сейчас как-то... Возможности есть такие. Да. Ну, у вас ближайшие планы, авторские выставки, мы еще увидим ваши? Ну, я надеюсь, хочу сделать, да, выставку персональную еще. Здесь, в Гомеле? Да, в Гомеле. Да. А связаны вы с молодежью? Есть ученики?
Нет, в том понятии, как раньше, что у художников были ученики, да. Там, нет, такого нет. Даже на уровне подмастерьев. Да, по-моему, это не только не то, что у меня. Это не, я не встречал так особо, чтобы где-то даже в Минске, там, чтобы были вот ученики конкретные такие. Каждый ищет свою дорогу. Хотели бы, чтобы были? Я не думал на эту тему. Да и не вижу смысла никакого в этом. Угу. С другой стороны, раньше ремесло было, особенно, скажем, в средние, когда там осваивали, как краски растирать, там прочее. Потом, как светотень, когда сложные композиционные картины, там, там нужна была школа определенная. Конечно, да, это было оправдано. Много учеников было у художника, и они потом продолжали эту деятельность. Я считаю, что формальное искусство – это ни к чему, в принципе, даже. Потому что каждый может найти свою дорогу сам. И, зачем продолжать что-то? Ну как продолжать? Тем более, что искусство, я считаю, современное сейчас, оно очень подвижное, очень быстро меняется мир. И также быстро меняется искусство. И уже другое поколение не должно делать то же, что делали до него. А вам не одиноко в этом быстро меняющемся мире? Даже вот, ну, извините, может быть, такой не очень... Ну, я не помню, у кого это я прочитал, но там было написано: художник обязан быть одиноким. А, да. Это изначально. Да, это участь, так сказать. Нет, ну у меня есть семья, там все это. Я не говорю в таком уже глобальном смысле. Я естественно, не говорю, что так в этом. Да, одиноким, ну вот как в плане последователи, ученики, творчества. Не всегда же вот понятно, это фигуративная, формальная живопись. Не фигуративная, формальная живопись. Ну, так ну вот. Вы знаете, ну мы уже говорили, что понять это не, тут не надо понять, тут надо принять просто. Принять, да. Вот почему, например, знаешь, вот посмотришь чужого, другого художника там, и ты чувствуешь, ну как классно сделано. Ну. И причем непонятно как, невозможно нет, объяснить, или понятно как? Нет, ну понять-то формальные ходы там какие-то, это можно все, но человек вот так придумал, так сделал, так ощутил, здорово, ты уже вот это так ощущаешь. Так и другие к тебе также, к примеру, ну хорошо, только может кому-то не нравится, кому-то нравится, это другой разговор. А есть отношения между вот, да, хотя бы между художниками, и всегда есть какие-то, кто согласен, кто не согласен с тобой там. То есть, вспоминая Анатолия Франца, с которого мы начали, вам легче создать мир, а насколько мы, как зрители, способны понять, это уже как бы, да, другой вопрос. Вас, как художника, это не волнует. Ну, я утрирую немножко. Да, так. В любом случае... Знаете, как в том фильме в старом было? Наше дело бежать, а ваше дело ловить. Так и тут так же. Тут надо делать, а уже зритель пусть, как говорится, смотрит, оценивает. Хорошо. Спасибо большое за то, что нашли время, пришли к нам в студию. Будем прощаться. И вам спасибо. Да. Уважаемые телезрители, мы разговаривали сегодня вечером с художником Виталием Денисенко. Большое спасибо, что были с нами. Музыкальное сопровождение Ростислав Бондарев. Спасибо компании SoundProBuy за помощь в подготовке программы. Меня зовут Сергей Краснобород. Увидимся.